14 часов в киноцентре «Монитор» на Красной площади пройдет показ фильма для детей «Феи из-за горы Ков». В 15:00 на площади перед городским театром вас будет ждать прямой эфир. Создатели фильма встретятся со зрителями. В 15:30 в Гортеатре показ ленты «Ой, мамочки 2». В кинотеатре «Мир кино» в 15 и в 17:00 художественные и документальные фильмы конкурсной программы. В 19 часов в Доме культуры села Гайкадзор пройдут творческие встречи с популярными актерами. А в 19:30 в городском театре можно будет посмотреть ленту «Переверни страницу». На театральной площади покажут исторический блокбастер «Легенда о Коловрате», начало в 21:00. Следите за анонсами и будьте в курсе всех фестивальных событий.